Вы смотрите новости сейчас. С вами Татьяна Король. Здравствуйте. В белорусско-российских отношениях необходимо окончательно решить главный вопрос – создать равные условия для работы граждан и субъектов хозяйствования. Об этом президент Александр Лукашенко заявил на встрече с министром иностранных дел России. Сергей Лавров прибыл в Минск на совместную коллегию двух министерств. Один главный вопрос, который нам надо решить, и о котором мы и с вами, и наши МИДы, и еще со времен Бориса Николаевича Ельцина мы об этом говорили. Равные условия для работы людей, субъектов хозяйствования на нашем общем отечестве. Я так это называю, иначе, наверное, и не назовешь. Если есть такая разница в работе субъектов хозяйствования, в нарушении наших договоров, которые существуют, это плохо. Вот надо решить этот основной вопрос, и я думаю, у нас никогда не будет претензий к России, а в России к нам. Если, конечно, у нас торговая сальдо огромный минус, но вы понимаете, как опытный человек, что нам приходится искать где-то по всему миру, чтобы закрыть этот дисбаланс. Поэтому все от экономики, все отсюда. Сегодня же стало известно, что вложения в различные белорусские проекты Европейского инвестиционного банка за 2 года могут составить 420 миллионов евро. Глава государства встретился и с вице-президентом банка Александром Стуббом. Накануне подписаны первые соглашения на 160 миллионов евро. Европейский инвестиционный банк – это один из крупнейших кредиторов и заемщиков в мире. Акционерный капитал сформирован всеми государствами Евросоюза. Фактически, это главный проводник для европейского инвестора на перспективные рынки, которым, по признанию экспертов, банка является и Беларусь. Сегодня в свободное от репетиции время конкурсанты детского Евровидения примерили на себя актерскую профессию. Команда Белтел радиокомпании продолжает снимать видеовизитки для каждого из 20 участников. По режиссерской задумке дети с помощью очков виртуальной реальности переносятся в разные уголки Беларуси. Ролики будут показывать на больших экранах в Минск-арене за 40 секунд до выхода участника на сцену. Караван мигрантов, которые совсем близко к границе США, со стороны Мексики внедрились американские агенты. Как сообщает NBC, они собирают данные о планах беженцев по переходу границы. Так, по информации агентов, группа мигрантов собирается прорваться по проездам для автомобильного движения на пограничном переходе недалеко от Сан-Диего. Там усилили охрану. Таковы главные новости к этому часу в стране и в мире. Продолжим в 19 часов.